меняют лобовые стекла практически после каждой поездки. Жители Вольска недовольны состоянием федеральной трассы Вольск-Балаково. Фотографии поврежденных автомобилей горожане выложили в одной из социальных сетей. На снимках видны трещины и сколы от камней, вылетающих из-под колес впереди идущего транспорта. По мнению авторов фото, причина повреждения их машин – некачественное дорожное полотно на участке трассы Вольск-Балаково. Уже набралось около 20 пострадавших водителей. В настоящее время недовольные автолюбители обсуждают в соцсети возможность коллективного обращения в адрес власть имущих.